«Судьба моя Зауралья». Так названа выставка и посвящена двум знаменательным датам – 70-летию со дня образования Курганской области и 45-летию Курганского отделения Союза художников России. 50 авторов представили 101 произведение в разных жанрах. Среди них такие известные мастера живописи и графики, как заслуженный художник России Вячеслав Пичугин, заслуженный работник образования Николай Устюжанин, Николай Годин. Представлены работы художников, которых уже нет с нами, но их творчество поднимало и развивало уровень художественной культуры Зауралья на протяжении многих лет. Это произведения таких мастеров, как Борис Лапшин, Владимир Пшеничников, Сергей Мальцев. По мнению организаторов выставки, это прекрасный подарок жителям города. Конечно, художники очень надеются, что это будет ярким событием в жизни города и внесет тоже свою лепту в Союз художников. Местная наша организация в праздновании юбилея области. Считаю, что выставка у нас удалась, потому что произведения очень яркие, очень насыщенные, художники наши талантливые, они у нас участники всевозможных выставок, поэтому я считаю, что выставка очень грандиозное получилось, и это действительно настоящий подарок городу и его жителям. Представленные произведения раскрывают все разнообразие творчества зауральских мастеров, портреты известных жителей Курганской области, пейзажные работы, ювелирные изделия. Темами своих работ поделился скульптор Анатолий Патраков. Темы общие наши, общечеловеческие. Если конкретно о работах, то задевает в основном природу и наши отношения с природой, ну и не только. В основном, как мне говорят, ты же лепишь не о птичках, ты делаешь о людях. Поэтому приглашаю просто посмотреть. Выставка «Судьба моя Зауралье» подарит каждому посетителю незабываемую встречу с прекрасным и будет работать ежедневно до 25 марта. Светлана Епифанова, Александр Киселев, информационное агентство «Курган.ру».